Мой будущий хозяин пишет тебе письмо, добрый пес по имени Хатти. Я хочу рассказать тебе все о себе, чтобы мы стали лучшими друзьями. Мои бывшие хозяева не любили меня. Им нужен был сторожевой злой пес, но я не мог охранять, ведь с рождения у меня нет глаз. Они сказали, что такая собака никому не будет нужна, но ведь это не так, правда? Потом меня забрала к себе замечательная женщина. Я ехал к ней на такси. От нее вкусно пахнет теплом и едой. А еще есть девочка, от нее также по-доброму пахнет. Они меня всему учат. Как кушать, ходить в туалет, играть. А главное, также продолжать любить человека. Я хорошо ориентируюсь в пространстве. Но когда мы выходим гулять, я боюсь. Мне кажется, что меня вот-вот снова выгонят. Поэтому девочка выносит меня на руках. Иногда мы разучиваем команды, ведь я хочу быть полезным моему будущему хозяину. Присмотрись, может, именно тебе нужен, пусть и слепой, но верный и добрый друг. Мы будем вместе гулять и втайне от всех кушать по вечерам. А ты меня любишь? Ага. А ты со мной будешь? Ага. Так будем мы вместе, так будем мы рядом с тобою всегда.